Здравствуйте, дорогие мои зрители, с вами риэлтор из Аликанте Сергей Язовский. Быстренько снимаем 11 февраля квартирки в этих новых домах. Начинал репортаж с той улицы, показываю вам здесь спортивная площадочка, сами дома. Идемте вовнутрь. Там горы, гулять с собачкой, заниматься спортом, ползать. Вот там можно поспать. Посмотрите, да, укрыться. И мы смотрим вход в урбанизацию. Пошли. Смотрите, это безопасность. Ворота. Вот они. У нас домики с гаражами. Господа, можно шаманить машинку. Зашли мы вовнутрь, вон он я стою, пальцем неприлично показывать, но мне на эти приличия некогда обращать внимание. Две парковки входят, две штуки. Алекс решил показать нам парковочные места, которые входят для этой квартиры. Офигеть! Громадная кладовка. Это две двери получается. Обалдеть, обалдеть. У меня нет слов. Друзья, ну нет таких вариантов за эти деньги в центре города. Вы должны это понимать. И еще кладовочка у нас. Громадная. Обалдеть. Здесь велик, мотороллер. Что вы тут хотите ставить? Метров 9, возможно. Ну, 8, да. Может, 10. Нет у меня лазерной указки с собой, чтобы замерить. Конфета. Ну, нигде вы не купите это в центре города. Где, за деньги. Ну, надо понимать, что это не центр. Заходим. Так выглядит наш холл. Цветочки, ящички и лифт. Вышли из лифта и заходим сейчас в квартирочку смотреть. Это у нас пешочком вниз можно и наверх подниматься, а можно на лифте. Как вам угодно. Если хотите заниматься спортом, ходите пешочком. Так, идем. Восьмой этаж. 105 квадратных метров. Ай-яй-яй, красота. Ай-яй-яй, широкий коридор, проход. Смотрим, да? Налево сразу от входа у нас идет санузел и ванна. Очень все в хорошем состоянии. Никакого ремонта не надо абсолютно. Посмотрите, как все классненько. Прямо заезжай и... Да, заезжай и живи. Двери прекрасные. Дверные блоки прекрасные. Прекрасные, говорю, значит прекрасные. Идем. Сразу на кухню от входа направо попадаем. Большая кухня. Только что снимал вам квартиру, узенькая была. Здесь большая. Пройду и покажу вам состояние. Нормально, все хорошо. Ничего не надо делать. Заходи и живи. Так. Я слышу, работает холодильник. Газовая плита, микроволновочка, моечка. Новые, нормальные окна совершенно. Так, газовый котельчик, стиральная машинка. Думаю, конечно же, все рабочее. Подведен газ постоянный. Так, то есть вы можете экономить на электричестве. Газ подешевле. Что мы видим отсюда из окон? Открываем. Здесь у нас бельешка сушистка. Здесь у нас тоже, кажется, не должны открываться. Не помню, не знаю. Это мне не важно сейчас. Перекрываем там воду и уезжаем на отдых. Пошли дальше. Коридор я вам показывал, продвигаемся по нему. Еще раз, слева санузел сразу от входа, удобно. Зашел и быстренько в туалет. Справа кухонка, большая кухня. Далее комната пошла. Стоит две кровати, можно сказать, это детская. Сторона солнечная, очень светлая. Вы это, наверное, поняли. Хорошие большие встроенные шкафы, приличный светильник, великолепные двери.
Выключаем свет. Выключаем свет. Широкий коридор, это вообще классно. Это в новых домах и редкость на самом деле. Вторая комната, показываю. Опять две кроватки. Солнечная сторона, очень светлая. Если мы откроем сейчас жалюзи, здесь будет все наполнено капитально светом. То есть квартира теплая, даже зимой. Далее проходим налево. О, какой у нас налево зальчик-то. Две комнаты. А теперь скажите, кто вам покажет квартиру? С двумя паркингами, таким метражом, двумя туалетами. Ого. Это нам Алексей только может показать такие квартиры. Больше никто в Аликанте. Пойдем посмотреть море. Море? Давай посмотрим море. Ух ты! Восьмой этаж. Вах, 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 вах. Ребята, вон там встает солнце. А вон там Бенидорм. Вот, сейчас я вам покажу Бенидорм город. Где-то вот здесь вот. Очень плохо вижу в маленький экран. Ну, по крайней мере, представление у вас есть. Море, восходы, горы, виды потрясающие. Потрясные. Просто у меня нет слов. Масса парковки здесь и еще парковка внутренняя. Купив эту квартиру, сдавать ее совершенно спокойно на охрану там или как. И уезжать, и машина у вас в безопасности, и все у вас отлично. Вся мебель в очень хорошем состоянии. Ничего не надо. Заходи и живи просто. Ну, может, кому-то понадобится сделать косметический ремонт немножко. Это, естественно, нормальное явление. Пошли дальше по этому коридору. Обнаруживаем справа еще одну ванную. То, что любят русские. Русские любят ванны. Лечь, взять в руку бокал шампанского, голландскую сигару. Вот вам две ванны. Проходим по этому коридору. Я уже насчитал раз комнату, два комнату. Зал, два санузла. И третья комната. Опять солнечная, опять светлая. То есть, ну вот, вот так вот, друзья. Это не центр города, это окраина. Вы понимаете, дома новые, и поэтому и состояние ее, этой квартиры такое. Три комнаты плюс зал. Конфета. Заходи и живи. И не нужен вам центр города с его шумом, с его просто-напросто гамом. Здесь и горы, и море, и солнце. Все, что хотите. Ой, какая тут у нас собачка красавица. Перито. Автобус идет прямо до центра. Что еще надо? Ну, возьмите машину или мотороллер и катайтесь. Все устроено, друзья. Мне иногда задают вопросы, а есть ли автобусы в Аликанте? Я просто не могу на такие вопросы отвечать. Мне просто не хватает слов. Для тех, кто любит собачек, вот вход, проход. Если вам мало этих гор, да, гулять, выгуливать собачку. Проход на эту территорию. Там дальше машины стоят, что там еще. А, вот я вижу еще, вот в урбанизации в этой. Спуск туда, и там скамеечки стоят различные. Там люди собираются вечерочком. Все, друзья, обзор этой квартиры закончен. Обращайтесь, пишите, звоните. Плюс 34-663-945-750. Сергей Язовский. Или пишите на e-mail. Адьос, амигос. Bueno, me voy para arriba, Mari Carmen.